Яркие банданы и платки, стильные образы и улыбки на лицах. В центре Бендер готовится к масштабному шествию и флешмобу. Количество участников поражает. У нас участвует 17 школ, 30 детских садов и дворец детского и юношеского творчества. Их в общем примерное количество участников 800-850 человек. Почему у вас ленты такого цвета? Это как, ну, от чего зависит? Как это подбирается? Мы подбираем вообще по классам, у каждого разные. Это как вошло уже в наш коллектив. У каждого свой цвет. Как готовились к этому флешмобу? Мы долго репетировали в школе, на стадионе. Ну, это как бы общее для нашего города. У вашего класса у всех красные банданы? Да. Почему? Под цвет Приднестровской Молдавской Республики. Прямо сейчас здесь идет подготовка к флешмобу. Все дети настраиваются на общий лад, выполняют движения для того, чтобы во время самого шествия уже не выполнять, не допускать никаких ошибок. Чувствуется синхронность. Мы разработали именно подборку мелодий, чтобы они были и современные, и ритмичные, и динамичные, чтобы это было интересно детям, креативно, но в то же время, чтобы песни носили и патриотический характер. И вот все приготовления завершены, и движение начинается. Во главе шествия духовой оркестр, а позади него воплощение бендерских легенд. Это и барон Мюнхгаузен, и Пушкин с Гоголем, и даже персонажи поэмы «Мертвые души». У мемориала памяти и скорби колонна замирает, и начинается то, к чему школьники готовились почти две недели – яркий флешмоб. Дальше путь в парк Александра Невского, и уже там перед глазами тысяч зрителей действо повторяется. От переизбытка эмоций даже у самих участников захватывает дыхание. Мы были в начале, мы ничего не запороли, мы очень рады, мы не опозорились. Да. Все получилось? Да. Мы лучшие. 16-я школа самая лучшая. Ну а дальше праздник продолжился на территории парка и в цитадели. И это было уж точно не менее ярко.